Федеральная акция «Тест на ВИЧ-экспедиция» стартовала в нашем регионе 28 октября. За 4 дня автобус активистов объехал несколько городов. В Рославле буквально за 10 минут работы у мобильного пункта выстроилась целая очередь. Большинство желающих узнать свой ВИЧ-статус – старшеклассники и студенты. Новый метод тестирования простой и безопасный. Он не требует забора крови. Анализ проводится путем сбора околодесневой жидкости. 15-20 минут – и результат готов. Если тест оказался положительным, специалисты предложат пациенту пройти дополнительное обследование в центре инфекционных заболеваний. По статистике, 30% от общего числа инфицированных в нашей стране даже не догадываются о том, что у них есть этот недуг. Определение статуса на ранних стадиях позволяет вовремя начать борьбу с инфекцией, обезопасить себя и своих близких. ВИЧ-инфекция – это всем известно довольно-таки распространенное заболевание, с которым нужно бороться и вооружать людей знаниями, учить, давать им информацию, чтобы они могли бороться и победить это заболевание. Волонтеры провели для молодых людей лекции, конкурсы и викторины по проблеме ВИЧ-инфицирования. Активисты рассказали о методах лечения и профилактики, ответили на интересующие молодежь вопросы. Благодаря этому юное поколение смогло узнать больше о заболевании и проверить свои знания. В поддержку акции выступили и местные творческие объединения. На площади звучали песни о жизни и важности ее сохранения. Виталий Волков, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.